Магілёў будзе прымаць рэспубліканскую алімпіяду па 5 замежных мовах. Іспыты пройдуць на базе Магілёўскага дзяржаўнага эканамічнага прафесійна-тэхнічнага каледжу, паведамілі ў абласным упраўленні адукацыі. Увогуле, Магілёўшчыну на заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах прадставіць каля 200 навучэнцаў з ліцэяў, гімназій і школ. Па інфармацыі абласнога ўпраўлення адукацыі, нашы навучэнцы годна вытрымалі іспыты. У лідэрах па колькасці дыпломаў з абласных алімпіяд абласны ліцэй нумар 3, абласны ліцэй нумар 1, бабруйскія гімназіі нумар 1 і 2, Магілёўская гімназія нумар 1 і гімназія з горак. Пра тое, як зацікавіць дзяцей у вучобе, наступны матэрыял. Потешные пилотки с английскими словами, гульня «Доведайся, кто я» – одна из любимых на уроку по замежной мове в областном лицее номер 1. Наставники уверены, так простей развивать гутарковую мову. Эта сумка – подарок моей американской подруге. Учительская сумка, да, на ней написано «I teach» – «Я учу». И здесь целых 4 строчки разных глаголов, которые вот показывают, что делать учитель. Видите, есть 2 слова, которые выделены жирным шрифтом. Always – всегда, и love – смеяться. Я всегда нахожу время посмеяться вместе с детьми. Не над детьми мы смеемся вместе. А когда весело, тогда им интересно. Хімія – навука, якую ў ліцэі вучыць не складана, а цікава. Вучні Алены Міхайлоўны Лось на абласным этапе алімпіяды атрымалі 5 дыпломаў. Я здесь мечтался с врачом. Ну, хімію, наверное, люблю больше, чем биологию, потому что мне наиболее интересно. И даже она мне легче дается. Ну, не все легко осваивается, если честно говорить, но просто подольше посидеть, приложить какие-то усилия, и все получится. У олимпиадным руху берут удзел амаль усе навучэнцы ліцэю. Я калісьці вырашыла з дапамогай настаўніка пайсці ўпершыню на алімпіяду. Упершыню паспрабавала гэта, скажам. Ну, а потым ўжо настолькі ўцягнулася, што вось да 11 класа ніяк не магу расстацца. У абласным ліцэі нумар 1 дзейнічае 18 класу, і ў кожнага вучня тут імкнуцца развіваць творчыя здольнасці. Мая пабеда на рэспубліканскай алімпіяде – это даказацтва самому сябе, што я магу, я стою, мои дзеці могуць, і мы вместе ідём к такой пабедзе. Я в своей жизни не победил ни одной олимпиады, хотя я сам потомственный географ, у меня отец географ, бабушка географ. Но вот, наверное, какая-то обида в детстве такая осталась. Но я хочу сказать, что вот когда более 10 лет назад была первая победа на городской олимпиаде, это было самое большое счастье, самая большая радость не только для моего ученика, но и для меня. Дипломы на олимпиадах – это своеобразный знак якости наставника. На республиканские спаборництвы за этим установлены кируются 16 навученцев. Только хороший учитель, который сам влюблен в профессию, учителя, который любит детей, знает предмет, он может заинтересовать ребенка. Но олимпиада нужна, чтобы побеждать и дальше в жизни. Поступай туда, куда хочешь, выбирать профессию, какую хочешь. Выники олимпиадного руху тут подъедут на протанцию начального года. Кристина Кранкевич, Николай Соболев, «Новина региона».